История, культура, традиции. В Ненецком округе издали первый этнографический атлас. Издание поможет представителям разных народов и религий вести диалог, сохранять национальную самобытность и идентичность. На сегодняшний день в Ненецком округе зарегистрировано 175 общественных объединений. 9 из них имеют национально-культурное направление. Собрать всю информацию о их деятельности, культуре, истории, кухне – основная задача первого в регионе этноатласа. У нас есть на базе этнокультурного центра клуб земляков Ненецкого автономного округа. Он уже много лет работает, и в него каждый раз входят новые землячества, и не только национальные, но и территориальные землячества. Это забытые деревни, которые... И вот сегодня мы акцент делаем на национальных землячествах, вот именно в «Атлас». Сохранение межнационального и межконфессионального согласия в округе – одна из важнейших задач. В работе по изданию сборника приняли участие все национальные объединения региона. Округ вообще по своей сути всегда был многонациональным, терпимым друг к другу. И в этом плане мы по показателям отсутствия межнациональных конфликтов и доверия друг к другу на самых высоких местах по Российской Федерации. И у нас очень активные национальные общественные объединения, их лидеры. Все с удовольствием приняли работу подготовки этого этноатласа. Там достаточно красиво иллюстрированы, наглядно проиллюстрирована их работа и участие, и активность общественных объединений. Всего издано 400 экземпляров этноатласа, которые будут направлены в общеобразовательные организации и учреждения культуры округа. Александра Литкова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».